caminito, yo te llevaré por el caminito. Пожалуйста. Ай, тихо. Извини, напугала? Да нет, ничего страшного, просто неожиданно получилось. Сзади ко мне подкралась. Как дела? А, все замечательно. Ну, хорошо. Я знаешь, что думаю? А давай мы сегодня в кино сходим. Когда? Вечером? Нет, я не могу. Сегодня никак? Да. Ну, ладно, тогда пойдем завтра. Нет, нет, завтра я тоже не могу. Да в чем дело? Я думала, тебе нравится со мной гулять. Я разве говорю, что не нравится? Но ведь есть препятствия, и мы должны их принимать во внимание. Что мы должны принять во внимание? Ну, окружающих. Да в чем дело? Говори с ней. Саломе, ты меня, конечно, прости, но мы не можем больше встречаться. Я не хочу переходить дорогу Эрминдо. Он мой друг. Это неприлично. Ты хотел со мной порвать? Отлично, все кончено. Я найду себе настоящего мужчину, а не сексуального экстремиста. Сексуального экстремиста? Чина! Чина! Да, что тебе? Кто такой сексуальный экстремист? Хочешь узнать? Да. Идем-ка. Куда ты меня тащишь? На, любуйся! На что? На сексуального экстремиста. Симпатичный. Ну-ка, поцелуй меня, мамочка. Как это бросила? Так, бросила. Не люблю тех, кто смотрит на женщину, как на собственность. Да, но Рата здесь при чем? Рата как раз такое и есть, говорю тебе. Какие глупости. Да-да, не спорь. И Эрминда тоже. Не люблю таких. Ну что ж, я тебя понимаю, я тоже не терплю, когда мужчина изображает из себя невесть что. Вот-вот. Остается только выяснить, есть ли на свете другие мужчины. Конечно, ну, должны быть. Да? Ну, хотя я не встречала. Я тоже. Слушай, все они одинаковы. Им нужно одно, чтобы груди побольше и было на что поглазеть. Ты думаешь? Да я просто уверена. Поэтому у меня парней нет. Ясное дело, потому что грудь маленькая. Чина, знаешь, я просто убита. Такая катастрофа, хоть кричи караул. В чем проблема, выкладывай. Сказать да. Говори, не трави душу, пожалуйста. Я выяснила, почему у меня не может быть нормального парня. Как это не может быть, Арата? Он по тебе сохнет. Нет, мне нужен мужчина, а не этот ребенок со взрослыми амбициями. Тогда в чем дело? Ты красивая девчонка, все мужики твои. Выбирай, кого хочешь. Знаешь, что привлекает настоящих мужчин? Ну что? Большие сиськи. Чего? Сиськи, сиськи. Мне нужен большой бюст. Чем больше, тем лучше. А то я как гладильная доска. Что ты говоришь? Ну куда тебе больше? Что за ерунда? Тебе ерунда? А мне всю жизнь мучайся. Господи, какие глупости! Еще не хватало, чтобы ты сделала операцию. Ты что, совсем дурочка? Привлекательность женщины не только в ее формах. О, вот у тебя-то нормально. Да, форма у меня что надо, я знаю. Но ведь главное, чтобы изнутри что-то шло, из глубины души. Это мужчины привлекает. Скажи себе, я женщина. Найди свой стиль, побольше уверенности, и все у твоих ног. Мия, мучики. Маленькие. Вот почему я одна. Нет у меня нормального парня и не будет, а все вот поэтому. Ну и как же мне быть? Думай, голова, думай. Думай как следует. Придумала. Комнате!
Ну вот, заходи. Пивко. Как я о нем мечтал. Колбаска тоже ничего. Ну, садись. Что это? Не знаю, я не ношу. Это наш? Отечественный? Нет, наш. Это моей жены. Ты что, наставил мне рога? Нет, клянусь, да ты что? Ты занимался любовью с моей женой? Нет, Фито, нет. Ты с ума сошел. Как ты мог? Предатель. Осторожней с колбасой. Вот твои колбасе, негодяй. Я тебя ненавижу. Да ты что, совсем спятил? Я убью тебя. Дайте мне нож. Что здесь происходит? Что вы так разорались? Чина! Что это? О, это ты взял мой лифчик. А ты уже ищешь? Да, где он был? Вот здесь. Как здесь? Как здесь? Нет, я здесь ни при чем, увольте. Ты фетишист! Еще не хватало. Какой стыд, воображал себя в постели. Отстань, со мной. Не было этого. Развратник. Оставьте меня в покое. Убью. Нет, нет, не надо. Убью. Крепко мы ему надавали. Ух, тукан. Вот уж не подумал бы на него. Он свое получил. Нет, это просто невероятно. Ладно, успокойся, сядь. Передохнем. Сделаешь нам кофе? Сделаю, дай только дух перевести. Я без задних ног. Да, я тоже выдохся. А я вспотела, вся взмокла. Чина, Чина! Что? Я должна кое в чем сознаться. Я брала твой лифчик. Да? Да. Нет, даже не один, а целых два. Два? Зачем? Ну ладно, на тебе один. А где другой? У тукана в комнате. У тукана в комнате. Фито, как тебе это нравится? Фито. Пока. Ты куда? С тобой можно? Фито! Тише. А можно понежнее? Потерпи. Ты не представляешь, как я злюсь. Из-за того, что я попросила тебя вернуть мой лифчик, не шевелись. Да нет, не из-за этого. Из-за того, что мне пришлось расстаться с Ратой. Друг для него важнее, чем я. Во-первых, ты опять говоришь глупости. А во-вторых, я же просила не двигаться. Хорошо, хорошо. Но никакие это не глупости. Ты не веришь, но это правда. Но Рата сказал же, что хочет быть с тобой. Сказал. А на другой день бросил, чувствуя себя виноватым. Сколько можно из-за этого расстраиваться? Ой, Чина. Хочешь быть красивой? Терпи. Хочешь, чтобы Рата сходил по тебе с ума? Да, а как это сделать? Сказать, да. Ну? Заставь ревновать. Ревновать? Не двигай бровью. Ревность — великая вещь. Ревность? Ревность. Я знаю, кто мне в этом поможет. Кто? Тукан, он подходит. Нет, тукана не трогай. У него и так бед хватает, его лучше пощадить. Кого угодно, но только не тукана. Прошу тебя, я знаешь, о ком подумала? О ком? У сеньоры Иньес симпатичный сынок. Соломе, Соломе. Ой, Соломе, как дела? Хорошо. Слушай, я долго думал и вот что решил. Здорово, Роберто. Как жизнь? Отлично, а у тебя? Тоже. Он зашел за своей девушкой. А кто она? Я. Это для Соломе? А это нашему дорогому гостю. Понял. Пошевеливайся, Рата, у нас нет микроволновки. Разогревать будет негде. Успеется, не кричи. Надеюсь, ты оценишь, что я приготовила? Мне нравится все, что ты делаешь. Ты чего? Прости, Соломе, кушай. Спасибо. Тебя за смертью посылать. Перестаньте, давайте хоть поедим спокойно. Ты Рате скажи, это он все портит. Приятного аппетита, сладенький. Это ты сладенький. Ой, ты смотри, не любит, когда с ним сюсюкают. Совсем как взрослый. А тебе что надо? Все, хватит, успокойтесь. А то сейчас как встану, надоели. Особенно это касается вас вдвоем, тихо. Ну, а эта парочка где шлялась? Мы с ним праздновали примирение. После ссоры из-за этих твоих интимных принадлежностей. Теперь мне всю жизнь будешь напоминать, да? Из-за чего ссора? Неважно, тихо, рот на замке. Вкусно пахнет. Да, это Соломе наготовила. Жаль, я уже наелся. Да, а я на диете. А какая досада. Ну и бог с вами. Попробуй, миленький. Что ты скажешь? Очень вкусно.
Изумительно. Шедевр. И специи в самый раз. Можно водички? Возьми сок, грейпфрутовый. Спасибо. В твоих кулинарных шедеврах столько же жизни, сколько в тебе самой. Правда? Правда. У меня до сих пор этот вкус на губах. Да что ты? Да. Я еще не имел возможности насытиться. Ладно, стой здесь. Будет готово через минуту. Да нет, не макаронами. Тобой. Тихо, тихо, стоп. Это в меню не входило. Извини. Ну, один поцелуйчик. Один поцелуйчик? С поцелуйчика все как раз и начинается. Я заслужил награду. Я был послушным мальчиком, делал все, что ты говорила. Разве нет? Да, не могу возразить. А тебе правда нравится, как я готовлю? Конечно, макароны вещь. Ну, один, пожалуйста. Такой легкий. Да, конечно. Ну, пока. Вот так вам. Ну что, не вышло, да? Извини, ты кому это? Нам? Насыпали мне перца, а я взял и все съел, даже бровью не повел. Хотя готовит она отвратительно. Не будь у нее такой фигуры, ни кусочка бы не проглотил, даже под пыткой. Что ты сказал? А ну повтори сейчас же. Ничего. Ах, ничего? Убирайся отсюда. Пошел. Да в чем дело? Я молчал. Иди отсюда. Иди отсюда, тебе ясно сказали. Я позвоню? Не смей ей звонить. Катись. Пошел вон. Давай, дуй за ней. Не тормози. Давай, давай. Саломе. Занято. Вижу, что занято. Оставь меня в покое. Нет, не оставлю. Саломе, не плачь. Ну что ты из-за него плачешь? Он же осел. Не надо.